grade to 80 eur. Neseniai juos valdė 100-110 km. Броин тане патрам якца болтен, B32 пулемёту автомата дотон, капсул сан даольнай, бух даольн, буцу мото даольн, бу круговой круг даольн. Отдыхаю. Обязательно плачет. Для кого предназначены эти? Они отправятся на зону СВО? Обязательно. Это одна из самых лучших машин, можно считать. Да. Почему я это говорю? Потому что самое главное — безопасность. Ни одна пуля не ловит. Сейчас крайне важна. Бои идут разрешенные. Ребята воюют днем и ночью без остановки. Побыстрее решили отправить на зону СВО. Ахмат самый оснащенный, самый обеспеченный, самый патриотически настроенный. Специальные отряды, полки, батальоны. Все, что нужно. Есть 3 бригады артиллерии, минометные расчеты, танки, пушки, самолеты. Все, что необходимо для выполнения поставленной цели президентом, верховным главнокомандующим. Мы готовы ради того, чтобы на земле был мир, на нашей земле была победа, на нашей земле Россия. Федерации, чтобы никогда никто не обижал никого. Мы готовы защитить Белгород. Любые слабые места, у нас есть специальные полки, которые в городских условиях прекрасно умеют воевать. У нас есть прекрасные батальоны, которые в лесных массивах умеют воевать. У нас есть даже Северный полюс нашей группы, там они тоже могут дожать дома, если есть там противник. Поэтому я желаю всем мира, стабильности. Общество надо объединять вокруг идеи, вокруг дома нашего великого, мудрого дома, дальновидного президента. Аллаху Акбар, Россия мощь, Ахмад сила.